Ты осталась довольна своими результатами на этом чемпионате России? Нет, недовольна. Я думаю, что я могла пройти бы и дальше. То есть рассчитывала вообще на больше? Ну да. Ожидала, что сможешь выбить Сину Дереглазову из борьбы? Честно говоря, нет. Я не была уверена в этом, но я сделала все возможное, чтобы так получилось. Что можешь сказать об этом бою? Это был самый сложный на сегодня для тебя или все прошло не так? На самом деле не сложный бой, но противник, я с ней очень давно фехтую и весьма неудобен для меня. И я пытаюсь подыскать ключики к нему. Ну и как получается, так бывает выигрываю, бывает проигрываю. То есть у тебя есть уже какие-то приемы именно против Инны? Ну да. А почему так напряженно шел бой с Картуковой? Там буквально 3 минуты и 4 укола. Ну, Картукова тоже достойный противник, но я с ней весьма редко фехтую и была в некой растерянности, что делать. Поэтому пыталась найти в бою ключики. Какие сейчас планы на будущее? Что планируешь делать? Ну, планирую пока в следующем сезоне постараться попасть в сборную команду страны. Спасибо большое.